Всем привет! Супруга Александра Малинина стала жертвой мошенников этим утром. И это буквально чуть не обанкротило все семейство. Эмму Малинину взломали в социальных сетях. Также был взломан ее телефон и аккаунты для бизнес-банкинга. Для нее это стало самым настоящим шоком. Цитата. «Пока я находилась в перелетах, меня взломали. Ужасный стресс. Несколько самых продуктивных лет буквально стерты за несколько часов. Я плачу целый день». Именно так рассказала супруга исполнителя. Пока что неизвестно, сколько денег выведено со счетов, но сумма очень крупная и достигает в общей сложности 10 миллионов рублей. Напомним, третья жена Александра, Эмма Залукаева, по образованию врач-гинеколог. У нее есть своя клиника в Германии. Их знакомство состоялось на концерте и постепенно превратилось в роман. Сына Эммы, Антона, артист усыновил. Через 10 лет у супругов появились общие дети – сын Фрол и дочь Устинья. Пока что неизвестно, кем были мошенники и каким образом правоохранительные органы будут пытаться возвращать деньги на счет Малининой, если это вообще еще возможно.